200 юидовцев Дагестана сошлись в Каспийске за звание знатоков правил дорожного движения. Вот уже второй год подряд Республиканский центр образования принимает в своих стенах участников региональных соревнований «Знатоки правил дорожного движения». Мероприятие проходит по инициативе Министерства образования и науки Республики Дагестан с целью формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни, а также повышение уровня безопасности на дорогах. На этот раз за звание знатоков бились 200 учащихся общеобразовательных учреждений из 20 городов и районов Дагестана. В личном зачете ребятам предстояло выполнить 4 конкурсных задания, по результатам которых коллегия судей определила самых умных пешехода и велосипедиста, а также лучшего водителя на трассе с препятствиями. Отдельным вниманием были отмечены теоретические и практические навыки школьников при оказании первой медицинской помощи. В общекомандном зачете судьи выявили уровень освоения непреложных правил безопасности жизнедеятельности. Конечно, есть над чем работать. Основная наша задача какая? Только провести мероприятие. Главное организовать, обеспечить знания непосредственно детьми правил основных навыков безопасного поведения на дорогах. Стоит отметить, результаты соревнований не ограничиваются определением лучших знатоков правил дорожного движения. Задачей конкурса является вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения, а также привлечение их к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Отметили организаторы. Победители и призеры соревнований получили грамоты и памятные подарки.